Я снимаю в YouTube. Ну да, робот Альф, он примечателен тем, что движения у него такие довольно человекоподобные, похожи на человеческие. Вот, в принципе, любое упражнение, любое действие, которое может делать человек, его можно запрограммировать, он и будет выполнять тоже. Допустим, какую-либо систему тренировок его запрограммировать, он выполнял, он ее будет делать, за ним можно повторять, таким случаем он становится личным тренером. Он подвижный, пластичный, устойчивый. На клик, держи. Больше снимаю в YouTube.